Депутаты областной думы познакомились с итогами работы ЯР-Обл-ЕРЦ. Организация работает всего около года. Региональное правительство поставило перед ней ряд важнейших задач. Прежде всего, создание прозрачной системы начисления и сбора платежей за коммуналку. Заместитель генерального директора Екатерина Гончарова рассказала, в 2017 году была проделана колоссальная работа. Филиалы организации располагаются практически во всех районах. На обслуживании более 600 тысяч лицевых счетов. В среднем собираемость платежей превысила 90%. Не обошлось и без проблем в работе. В частности, в некоторых филиалах были очереди. Решение удалось найти, рассказала заместитель директора. Основной поток населения, который приходит, сейчас по передаче показаний индивидуальных приборов учета. Соответственно, для того, чтобы данную работу опять же осуществлять без очередей, мы организовали в том числе автоматизацию этого процесса. Вопросы о деятельности ЯР-Обл-ЕРЦ мы заслушиваем регулярно на комитете, потому что это вопрос, касающийся, во-первых, каждого жителя нашей области. Проблемы существуют, поэтому мы эти проблемы ставим перед руководством организации и впоследствии наша задача довести до руководства области. Сейчас самое время проанализировать ошибки и двигаться вперед. Более того, я скажу, что мы на комитете еще эти вопросы более детально будем изучать, потому как большое количество предложений у нас и в Федеральную Думу направляется от различных регионов все-таки о, так скажем, закреплении этой нормы на федеральном уровне. То есть, вопрос не закрыт, будем работать.